Краткий обзор пятой серии сериала «Шеф. Пятый сезон. Возвращение». В ней вы узнаете о том, как расторгуют с Коплевичем разыскивает машину киллера, убившего полицейских и кольщиков Питере. Васьков с Сарухановым пытаются выяснить, где и у кого Зарецкая, принимавшая последний год наркотики, доставляла их в Ветрове. Васьков выходит на бандита Решалу, но тот с подельниками избивает Васькова и везет в лес, чтобы убить. Ронин прячется на квартире у Рихтера, который обещает тайно вывести его из города. Гнутый, правая рука Митрофанова находит беглецов и посылает за ними бандитов. Ронин их убивает. Рихтер тоже убит в перестрелке, а Ронин убегает и прячется в машине, расторгуя, в котором удается его задержать. Но вскоре Ронина забирает ФСБ. Вильяминов встречается с Расторгуевым и просит его не вмешиваться в их секретную операцию. В лесу Васькова спасает Харитонов.